Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 8. Вычисли в квадратных сантиметрах площадь закрашенной фигуры. Выполни это задание разными способами. Первый способ. Мы достроим одну фигуру до прямоугольника. 3 сантиметра, 5 миллиметров мы умножим на 3 сантиметра. 3 сантиметра 5 миллиметров – это 35 миллиметров. 35 миллиметров, умноженное на 30 миллиметров – это 1050 миллиметров квадратных. Это площадь одного маленького прямоугольника. Он раз, два, три, а шириной раз, два, три был. Теперь 1050 мы разделим на 2. Это будет площадь одного розового треугольника. Вот это площадь 1050, а диагональ стена нашего треугольника делит этот прямоугольник пополам. Вот мы найдем площадь одного маленького треугольника. Если 1050 разделить на 2, будет 525. 525 квадратных миллиметров – площадь одного маленького треугольника. Таких треугольников у нас 4. Мы 525 умножим на 4. У нас получится 2100 квадратных миллиметров. Или же это 21 квадратный сантиметр будет площадь всей розовой фигуры. Попробуем найти площадь данной фигуры вторым способом. Для этого мы достроим ее до прямоугольника, но находить мы будем первым действием площадь большого прямоугольника, одного. Для этого мы 7 умножим на 3. Это 21 квадратный сантиметр, площадь верхнего прямоугольника. 21, 2100 миллиметров квадратных разделим на 2. Тем самым мы найдем площадь верхнего закрашенного треугольника. Она будет равна 1050 квадратных миллиметров, так как таких у нас закрашенных треугольника 2, то мы умножим на 2 и найдем площадь всей фигуры. Она будет равна 2100 квадратных миллиметров или же 21 квадратный сантиметр. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.